На протяжении всей истории страны Институт судебных приставов России был и остается одним из основных гарантов становления и укрепления государства. Он является важнейшей составляющей системы обеспечения конституционных прав российских граждан и действенным механизмом исполнения порядка судопроизводства. По статистике, с каждым годом их загруженность неуклонно растет, а вот сотрудников, напротив, постоянно не хватает. Если по 2015 году, за 10 месяцев 2015 года на исполнении находилось 35 тысяч исполнительных документов. Это на 17 судебных приставов, штатных судебных приставов, исполнителей. Это 2000 исполнительных документов. Огромная нагрузка на человека, и далеко не каждый человек вообще может справиться. Но кроме бескрайней бумажной работы, есть в их службе и не менее сложные моменты. Для работы с людьми им необходимо терпение и, конечно, устойчивая нервная система. А потому выдерживают далеко не все. Отсюда и текучка кадров. Хотя есть и те, кто предан своему делу по-настоящему. Судебный пристав Андрей Тюнин, также отмеченный наградой в честь 150-летия основания Института судебных приставов, в этом году также отметил 15 лет своей службы в Кандалакшском отделе. Все это время он успешно обеспечивал безопасность в суде. Выявляется при входе в помещение суда, в здание суда, запрещенные предметы через металлодетектор. У нас есть специально, это, как говорится, статистика ведется, которая выявляется. На сегодняшний день их порой весьма неблагодарная работа включает в себя немалый перечень обязанностей. И с каждым годом их список только растет. А потому и постоянными сотрудниками являются только самые терпеливые, трудолюбивые и стрессоустойчивые.